Добрый вечер. Сейчас я расскажу вам, как для игры в челлендж должен быть приблизительно подготовлен ваш автомобиль, чтобы вам было удобно играть. Основные позиции. Основные позиции. Фонари, мобильные телефоны, интернет. Как это все должно происходить, да? Значит, как это происходит у меня, сейчас покажу. Значит, крайний правый угол установлен антирадар на скорость. Присутствуют две радиостанции. Примерно 7 километров в открытом пространстве работают и 1,5 в закрытом. Фонарь. Так как фонарь очень быстро садится, он работает на зарядке от прикуривателя. Значит, еще один фонарик вот такой есть. Мобильный телефон. Вот мобильный телефон. Значит, Йота. Как она выглядит. Значит, сам компьютер работает от 220 вольт. Да. Вот такое устройство тут. Вы только лампочку видите. Ну, сейчас я вам покажу, как она выглядит. Выглядит оно вот так вот. Вот так. Вот, это устройство называется преобразователем. Оно получает 12 вольт с бортовой сети вашего автомобиля и преобразует их в 220. Но ампераж не очень большой. Того ампеража, который есть, достаточно, чтобы абсолютно быстро и хорошо заряжать ваш компьютер, который будет быстро работать, у него будет быстрая производительность. Это основные позиции, которые нужны вам для игры. Все, спасибо.